Почувствовать холод в своих домах пришлось накануне жителям села Новогромово Черемховского района. Там из-за аномально низких температур ночью вышла из строя система автоматической подачи топлива на одном из котлов. Специалистам пришлось в экстренном порядке ликвидировать коммунальную аварию. Был определенный дискомфорт для жителей. Батареи были 35 градусов, но дома оборудованы печным отоплением. Вентили там, где был риск какой-то разморозки, обрабатывались горячей водой. Падение по температуре было в 14 домах, в детском саде, в школе и клубе. Но так как эта авария произошла в субботу, к рабочему дню понедельника уже и школа, и детский садик, и клуб функционировали в рабочем режиме.